наступает холода, перепад температуры, один день жарко, другой день уже холодно, дожди начинаются. Но это сказывается на здоровье детей. На сегодняшний день у нас идет наплыв детей, которые заболевают вирусной инфекцией, грипп, ОРВИ, поступающих к нам в третью детскую больницу очень много, приемах очереди, но места есть свободные. Работу мы ведем круглосуточную, работа с 7:30 до 2 часов, полностью на приемах 8 педиатров сидят, заведующий сам сидит, и все врачи мы обслуживаем обратившихся пациентов.